Доброе утро. Доброе. Вы на зарядку? Ну так, да. На солнечные лампы. Колонн есть, стоит, идет. Размяться можно. Все, у нас время 9:52. Стартуем с Киолинского кордона. Здесь у нас вот такая переправа. Бро проверяет устойчивость конструкции. Ну ничего. Ничего страшного. С нами можно и блевать, и пописить. Сейчас поднимаемся на ИЦИЛ, докатим велики до Курума. И поднимемся на саму вершинку. Так, все, мы поднялись к началу трейла. Чуть меньше часа. Сколько набрали, Дима? 285. Должны были 330. Будем считать, что 330. И еще соточку на вершину пешочком. Так, я сейчас выше вас поднимусь и наберу больше на 1 метр. Вершины ИЦИЛа, круглица, откликной гребень. Блин, как далеко отсюда до него, елки-палки, даже еще ехать. Метеостанция, там мы были вечером. Озеро Тургаяк, давай. Тургаяк, там за ним мяч. Начинаем спуск по трейлу ИЦИЛ. Очень узенькая тропинка, заросшая, со скользкими камнями. Большая роса выпала. Я цепанул педалькой. Давай, ну аккуратно, бро. Ничего не видно вообще. Не, камешки реально скользкие. Буржуи называют тропинки такие сингл-трек. Как бы они назвали таежный сингл-трек, как вот это вот. Вот здесь пошире, поприятней. Неизвестно, что за каждым поворотом в этих кустах ожидает. Но я знаю, что там ожидает. Сырые камни. Мы же когда шли наверх, посмотрели. Они, по-моему, вообще не собираются высыхать. Вот их тут вообще не видно. Можно носком залететь в камень запросто. Так, собаки на нашего догнали. Ну как нашего? С нами он. Путешествует со вчерашнего дня. Ночевал у нас в домике в синях. А ему по приколу, вот я смотрю, он нравится бежать. Смотрите, классное дерево. Ха-ха-ха! Yeah. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. Прикольно, он разгружается на корнях. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. Едет сюда классно. Все затычные камни проехали. Здесь вроде ничего так. Ну, ветки цепляют руль. Ну, в принципе, для трейла таежного, который никто никогда не чистит, наверное, это не сильно критично. Чуть и насос? Нет? Да я думаю, это уже не поможет, надо камеру новую. Петя, подожди! Молодец! Ну все, друзья, мы уже почти что внизу. Че, малыш перегрелся? Хвост, смотрите, непотопляемый. Красава. Давай я тебя поглажу, ты красава. Трейловый пес.
Так, время у нас 12:30. Сутки уже как мы на маршруте. Покидаем место нашей ночевки и двигаемся в сторону Стрелки. Туризм начался у нас опять. Или не заканчивался. По два раза мы вам эту дорогу показывать не будем. Монтаж нам в помощь. Оп-оп. Чудо монтажа, и мы не заставили вас подниматься вместе с нами. 13:28. То есть за часик от кордона до скал мы добрались. На старт. Внимание. Марш. В целом, конечно, если бы подрасчистить от брею, то можно было бы неплохо здесь до самой Стрелки скатиться, без остановочек. Объездик. Ух! Что здесь болтать вообще не хочется? Если вам показалось, что вы видели это место, то вам не показалось, потому что мы уже здесь четвертый раз. Денис нам пророчит дорогу в минут 50 до приюта Таганай. Посмотрим. Пес, кстати, у нас не ест еду, он Дениска ему бросил. Ему мышей подавай и мух. Я щелкнул пальцами, это значит, что мы тут оказались на приюте Таганай. 47 минут у нас заняла дорога от Стрелочки. 46. А, 46, ну извини, я ошибся. Ну, непростой путь, но при должной сноровке все проезжается. Вот столько грязи, ну, немного. Вода в целом чистая. Мы пошли охлаждаться. Время 15:20. Покидаем приют Таганай. Следующий щелчок пальцев, мы будем над крикном гребни. Посмотрим, сколько займет подъем. По идее, не больше часа. Заскочили на смотровую. Перед открикным гребнем. Так, у нас дорога приют Таганай, открикной гребень заняла 1:10. А сейчас будет трейл оленей. Погнали? Какой оленей? Тьфу ты, ёбля. Брат, открикной. Гремучий, наверное, открикной. Открикной. Он такой. Давно не ездили, в основном ходили. Последний час. Мне кажется, у меня звук. Что, пробился? Да. Как вы могли заметить, низко пропал. На самом деле, сейчас мы его догоним. Он ушел вперед, пока я переодевал камеру на себя. Шел вперед с пробитым колесом. Ну давай, мэн, увидимся на гремучем. Самый уклонистый уклон уже кончился. Здесь уже выполаживание, такой флоу. Можно такие всякие баннички делать через деревья. Давайте между деревьев. Опа. Перепрыгнули канавку. Спрыгнули с камешка. Ну вот мы и доехали до гремучего ключа. Трейл гремучий. От гремучего до левого ключа. Вот этот классный участок.
Жалко, что скоро закончится и начнется грязевой участок. Люди молодцы, уступают дорогу. Спасибо им большое. Надо повнимательнее с траекториями. Вот, посмотрим, сейчас какой-то этот сложный участок пойдет. Опа. Каменное гряземесиво. Ладно, поехали. Опа. Качнули. Опа. Крутнули. Бля, ну этот багги здесь размолотил все, бля. Размесил. Как видите, едется. Пока. Фух, сейчас вот пройдем вот этот кусок, и там можно будет снова ехать. Буквально 2-3 минутки. Это, ребятки, здесь в средней части туризм. Трейл гремучий. Самый грязный, самый затычный. Нижняя часть едется, нижняя часть сухая, нижняя часть отличная. А вот и Дениска пришел. Я всего-то 25 минут здесь сижу. Принес камеру, он тут 2 змеиных укуса сделал. Поменял камеру на другую, но все равно все пробил. Бро, ну, мне придется мемасик какой-то вставить, да, сорян. Вот тут я сейчас ссылочку вставлю. Посмотрите обязательно это видео, там смешно. Трейл оленей. От Белого Ключа до Оленьего моста. Поначалу здесь такой достаточно веселый скоростной участок. Где-то впереди мы должны догнать Дениску. Он едет на пробитом колесе. Вам же наверняка интересно посмотреть, как Дениска гоняет на спущенном колесе. Сейчас вы это увидите. Мэн, ты в кадре. Надо отметить, ты достаточно быстро перемещаешься. Я про тут все рассказываю, что тебя ничего не остановить не может. Оно все пытается, но никак не может. Да, Мишка на гидролинии не смогла. Моя новая камера не смогла тебя остановить. Ну ладно, я, наверное, на этой ноте с тобой попрощаюсь. Давай. До моста. Давай. Начались буйги. Фу. Сейчас разогреемся. Красный трелец-то это у нас. Что-то тут в этот раз наваленных деревьев больше. Еще одно какое-то лежит. О, еще опять дерево. А, да что ж ты будешь делать? Что такое-то? Если есть возможность, надо, конечно, прокачивать. Ну, мы, в общем-то, приближаемся к финишу. Осталось метров 100. Здесь правее возьмем. Выглядит лайтовее. Это не точно. Вот он, Оленьий мост. Конечно, это маршрут не для всех. Если вы задумаетесь о своем первом All-Mountain'е, да, о своих первых трейлах в наших Уральских горах, то, конечно, мы вам посоветуем для начала поехать и катнуть Ремель и Нургуш. Потому что Тагана – это, конечно, более сурово, это больше про приключения, больше про поход, больше про выносливость. Мы приводили цифры, километры, наборы высоты, время. Из всего перечисленного
наверное, справедливо будет только время, потому что ни километры, ни наборы не покажут, сколько вы потратите сил. Потому что что не участок, так час времени, а сколько уходит сил на преодоление сырых камней. Но тем не менее, это было весело. Можно сюда поехать и без ночевки, и доехать до откликного гребня и скатить одним днем. Если у вас какие-то остались вопросы по данному маршруту, обязательно пишите, задавайте вопросы. Пятюнечки. Брото там наваливает. Йо-мен! Просто ты любишь ездить на низком давлении. Скажи мне про электрички. Летом нет. Летом нет. Все, зимой, ребята. Зимой однозначно. Это да. Эксперт ЕКБМ по электровелосипедам. В общем, на переднем тормозе едется нормально. Ну, конечно. Я тебе даже предлагаю не чинить его, этот задний. Нет. Смотри, если ты починишь, тебе там это надо будет колодки менять, прокачивать. Не надо даже начинать.